Дороженька моя, дороженька, прихожуня. Слушайте, а вам типа подобается цыганская культура? Ну вот это вот взять юбку. Танцы подобаются. А песни, романс мне вот песни, это вот. Песни, романсы понравятся, хорошие, да. Душевные такие. Подобаются. А вот скажите, вот там вот какая-то отметность в этой цыганской культуре, нечто есть же, вот они. Ну, такие, на лицо некие, не такие, как мы. Не такие, немножко, да, это вот. Ну, але зато вот все-таки люди, у них вот некая мистика есть, правда, у цыган. Ну, я боюсь, я не гадать. Погадать могут еще. Я не хочу. Я хочу, ведаю сама, что будет. Да лепш не знать, что будет, вы что, так спокойнее живется, да? А то, как знаешь, так это вообще... Подобается. Ой, слушайте, а чтоб по кибитку какую сесть, да с хорошим цыганом. Да, да. А вот этот фильм хороший был, Будулай вернулся. Да, да. Ой, очень хороший. Да. Народ такой веселый, задорный. А вы могли тоже вот сесть у табора и поехать куда-нибудь у закат? Ой, не. Это ну, надо, нет. Это надо, чтобы душа кочевая да, была. Да, да. А вот цыгане, как нация, как народ, как культура, и они мощно отрозниваются от белорусов? Отрозниваются. Вот и даже вот внешне. Вот, да, это, да. Вот, да. Але вот некая вот мистика какая-то есть. В этих цыганах. Вот что-то там они гадать умеют там. Ну, говорить. Ну, так говорить. А да. Вам не гадали ни разу? Не, я боюсь. Я вот тоже как-то не вот хочу. Это ни разу не подходила. Не. Хотя вот мои четки нагадали, что сбылось. Понимаете, да. Что да. Не. Может, она сама себе так надумала, но было. Может, да. Но было, да. Да. Ці знайомы вы с культурой цыган? Знаёма. А вот, ну, с танцами, с песнями, ці с чем? Ну, вот и только песни, и танцы. А, я вот только танцы видела, ну, и пару песен слухала. Танцы больше, у них очень ничего. Красивые такие, эмоциональные. И они вообще такие да, вот. Да, заводят. Mm-hmm. Ну, а вот на углу, вот сгодитесь со мной, вот цыганская культура, она некая привабная, вот что-то у неё есть такое вот отметное, что вельми вабит нас, белорусов, да я ей. Ну, она какая-то душевная, жизненная. Ну, конечно, знаёма, як же. А сами не пробовали, как у цыган? Цыганскую цыганочку с выходом. Вы знаете, как была молодая, так пробовала. А уже теперь уже годы не ты. Как Вася мой каже, ты будешь цыганочка, а я буду выходом. У нас только так отримовывается. Ну. А вот что вам больше подобается у цыганской этой культуры? Песни, танцы? Их это магичная некая махчимость будущую предсказывать? О, не, будущую не. Это... Вот песни мне подобаются, танцы подобаются, а будущую не треба. Хай будет так, как есть. А вот это вот и про житё цыган вельми интересно. Вот это у фильмах часто описывают тоже мне. Ну да, 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 я согласна. Ой, прохожуня, вы сама такая чернявая, у вас цыганских кровей нету? Нету, хотя все говорят. Да, вот я, у меня глаз наметан. Мне одна женщина тоже спросила, у вас цыган у роду не было? Я говорю, не, а что вы спрашиваете? Она говорит, а что вы все время сумками ходите? Она мне так, да было такой анекдот не рассказать. Скажите, вот, типа, подобается вам цыганская культура? Не подобается. Не подобается. А песни вот это... нравятся, танцы о! Нравятся. А то это нет. И есть культура. Это да, вот как бы да. А вот взмахнуть, да, вот. А сами вы не спробовали там, ну вот это вот. Не, не спробовала. С выходом туда-сюда. Нет. А песню под гитару какую? Нет. А у кибитку сейчас прокатиться? Ну, хотела бы. Там вон коня у вас я видела. И подобается вам цыганская культура? Подобается. Ой, слухайте, как начнуть яны, это прически гэтые лётают. Это вот это вот все. А вот, а что больше подобается? Песни, танцы? Танцы и песни подобаются. Ага. Песни. Песни. Может. Под гитару. Да. Романса яко. А да. Будулай, когда вернулся, смотрели кино? Да. Ой, хорошее было. Да, да. Очень хорошее. Там их чего только не происходит у этих цыган. Да. Да. А сами да. Не хотели какую-то кибитку сесть да поехать в закат? Ну, уже не те годы ехать. Ой, что вы! Что вы, хорошую цыганку под бок? Но да еще можно да, не еще сюда заехать. Да? Я правильно Добрый. Говорю. Вам мощного да. Здоровья, счастья, да, твой сестры. Все. Это повышение.